Положительные эмоции получили не только участники форума «Созвездие», но и жители Калязина. Нынешней весной там вновь провели соревнования для самых юных участников. 11-й традиционный открытый турнир по спортивной борьбе «Будущие звезды России». В соревнованиях приняли участие борцы из 4 регионов – Тамбовской, Тверской, Владимирской и Московской областей. Более 200 юных участников вышли в этот день на ковер для выявления лучших в греко-римской и женской борьбе. Подробности в нашем следующем материале. Юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство. Мальчики в греко-римской борьбе, а девочки в вольной. На открытии турнира к участникам обратились президент Федерации спортивной борьбы Тверской области Андрей Лагутин и Владимир Буторин, заслуженный тренер России. На многие турниры Московской области, я, допустим, нахожусь, не может приехать столько команд, сколько приезжает к вам. Это говорит о том, что здесь турнир по качеству очень хороший. Так, по гостеприимству и вообще такие турниры, как «Будущие звезды России», «Мало России». Это названия такие придумали, это просто из области фантастики. Но как не приехать на такие турниры? Мои дети уже говорят «Мало России». Это все запоминается, понимаете? И с удовольствием сюда приезжают. Хозяева турнира «Калязинцы» выставили самую многочисленную команду в количестве 40 участников как старшего, так и младшего возраста. За ребят пришли поболеть родители, бабушки и дедушки. Поддержка зрителей помогала борцам. В результате соревнований в общекомандном зачете калязинская команда заняла первое место и завоевала 23 медали разного достоинства. У нас традиционный турнир «Будущие звезды России». Он уже проводится не первый год. Турнир очень важный для подготовки юных спортсменов к проведению дальнейших соревнований и для популяризации борьбы в Тверской области. На этом спортивное гостеприимство Калязина не заканчивается. В апреле здесь пройдут областные соревнования по боксу. В планах этап областных соревнований по фигурному катанию, а в мае традиционный турнир по борьбе «Малая Россия».